На новых парламентских выборах 20 октября в избирательном округе номер 50 «Западная Европа» будет открыто 85 избирательных участков. В соответствии с проектом решения, принятым правительством, 27 из них откроют в дипломатических представительствах и консульских учреждениях. Количество избирательных участков за границей установлено на основе анализа, проведенного МИДЕ. В его основе предложение дипмиссии и консульств в зависимости от официальных данных о числе и зональном распределении граждан Молдовы за рубежом, а также свежей статистической информации о количестве избирателей, принявших участие в прошлых выборах, сказано в пояснительной записке. Кроме того, Министерство иностранных дел и евроинтеграции учитывало количество граждан, предварительно зарегистрировавшихся для участия в новых парламентских выборах, и пожелания Ассоциации молдавской диаспоры за границей, направленных в Центральную избирательную комиссию. Так, большинство участков откроется в Италии – 29. Далее следует Румыния – 12, Франция – 7, Португалия, Испания и Великобритания – по 5, Германия – 4, Ирландия – 3, Греция – 2, а также по одному участку в Норвегии, Чехии, Латвии, Бельгии, Польше, Швеции, Эстонии, Литве, Венгрии, Австрии, а также Болгарии, Швейцарии и Нидерландах. На парламентских выборах от 24 февраля в 50-м округе было открыто 83 участка. Тогда победу там одержала Майя Санду. После того, как она стала премьер-министром, избирательный округ остался без представительства в парламенте.